Российские белые медведи переехали на постоянное место жительства в бразильский Сан-Паулу. Их поселили в местном аквариум-парке и в четверг впервые представили публике. Эта парочка – единственные белые медведи в Бразилии. У нас самец и самка – Аврора и Перегрина. Ей 4 года, а ему 5. Весят 250 и 500 килограммов соответственно. Каждый день они вместе съедают около 45 килограммов мяса. До декабря прошлого года эти мишки жили в зоопарке в Казани. Но вольер там был слишком тесный для их нормального развития. Здесь же для них подготовили помещение площадью 1500 квадратных метров, где температура поддерживается на уровне от минус 15 до минус 5 градусов Цельсия. Переговоры о передаче медведей длились 2 года. Цена вопроса – 22 тысячи долларов. Потом 15-часовой перелет и 4 месяца акклиматизации. И вот теперь Аврора и Перегрина в жаркой Бразилии, похоже, чувствуют себя как дома. На радость посетителям зоопарка. Для нас здесь, в Бразилии, это как небесный дар. Мы видели таких только по телевизору, а здесь есть возможность увидеть их вживую. Впечатляюще видеть такое огромное животное здесь, в аквариуме. Он просто плавает. У него такие милые уши. Аквариум Сан-Паулу – крупнейший в Латинской Америке. Здесь живет более 3000 животных 300 видов. Ежегодно аквариум посещают около 30 тысяч человек.